Ри-та-ти-та-ти-та-ти-та-та. Так. Всем привет. Пришли в бассейн. Татьяна на заплыве, Наташа на лежаке. А, что у Ебарова с Аленой? Здрасте, приплыли. Как ты, что у Ебарова с Аленой? Странный вопрос. Очень, если вы следите за жизнью участников, вы должны знать. И зачем спрашивать меня, что у Ебарова с Аленой? Ребят, такая жара здесь, в Басике, просто. Зашли в термальные воды, Татьяна там... Ой, что с вами? Со мной ничего. А, Попов, точка, Никита Попов, привет. Здрасте. Татьяна на заплыве, Наташа на лежаке. Дмитренко ушли, эфиры же опаздывают. Ребят, вы что, не, ну не на 3 недели они опаздывают от реальных событий, они опаздывают на 7 дней. Всем привет, ребятки. Волгоград, привет. Где вы отдыхаете? Смотрите сторис. Отель «Мистраль» на Истре. Сегодня... Естественно, за Хабиба. Сегодня мы ездили в Новый Иерусалим, Новый Иерусалимский монастырь. Да какой Дубай? Я терпеть не могу за границу. Вашей маме нравится отдых? Да, нравится. Конечно, нравится. Ура, я дождалась. Здрасте, здрасте. Ой. Ребят, чую, скоро я вообще буду выходить в прямой эфир с полотенцем на голове. Спасибо большое, ребят. Я не крутая, я самая обычная. В общем, короче говоря, мы приехали в храм, в монастырь. Муж уехал на природу с друзьями, переживаю. Посоветуйте, пожалуйста, муж уехал на природу с друзьями. Что я должна посоветовать? Не поняла. Спасибо. Где находится этот отель? Отель находится... Мистраль отель. Забивайте в интернете, там вам высветит все, где он находится. Истра. Река Истра. Краснодар. Привет, Хабиб, Сила. Да, когда вы так интересно... Ага. Вы ее не показываете. Почему? Кого ее? Татьяну? Сейчас я вам ее покажу. Минуточку. Момента море. Вы будете смотреть бой Хабиба? Ребят, стыдно сказать. А когда этот бой? Во сколько? Просто напишите, в какое время. Так шумно, что вас плохо слышно. Это Басик. Басик. Сейчас, подожди, напишут. Кстати, можно столько помады на губах. На губах. И не только помады, котятки. Наташа, покажи меня. Я поняла. А вдруг там бабы? Вот, пожалуйста, Татьяна, она уже приплыла. Привет, Адлер. Я очень скучаю по работе, да. Да, я скучаю по работе. У меня же даже хэштег такой. Я люблю свою... Татьяна, что вы себе позволяете? Подождите, я добегу. Да зачем? Не надо тебе? В 22:30. Ну понятно. Да ладно, я потом в интернете посмотрю. Я очень сильно начинаю переживать, орать. Да. Орать, рыдать, это не про меня. Я когда болею...
когда идет чемпионат мира по футболу, мама дорогая, сейчас скажу. 21:58. Бой будет в 22:30, первый канал. У Татьяны классный купальник, гляньте, конечно. Она заплыв у нее. Дыхание, дыхание. Дыхание, видите, класс. Дыхание, в общем. Любонька, детка моя ненаглядная, здравствуй, моя дорогая, моя маленькая девочка. Скоро, Люба, я приеду, не переживай, скоро встретимся, котенок. Привет, моя девонька, привет, моя мышка. Люб, как у тебя дела? Букеты роскошные, я тоже тебя люблю и скучаю, моя птичка ненаглядная. Привет, 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 привет. Попов.Никита.Попов, привет, очень скучаю. Я тоже, Люба, очень по тебе скучаю. Я тебе сегодня в комментариях писала даже. Ты про мать совсем забыла. Стыдобище. Подождите, будет добрый вечерок. Они вас любят. У меня дети ждут ваших эфиров, говорят. Это приятно. Так вот. Там кто-то сказал, что у меня много помады на губах. Вот это вот история. Как я захожу в прямые эфиры, бой или в два... Ну, друзья, определитесь. Живу, кайфую, поправляю здоровье. А ты что? А что у тебя со здоровьем? Люба, что у тебя со здоровьем? Что случилось? Какая тварь тебя обидела? Начинается, как только я... Через час бой. Ребята, определитесь, во сколько бой? В 22:30 или в этот? Или как его... А, в Туле сейчас вернуть. Да, я знаю, что ты уехала. Ну, молодец, молодец, отдыхай. Пей там соки, витамины ешь. Этот, в общем, малинку, брусничку. Гляньте, какие у меня кудри. Любонька, я тебя целую, обнимаю крепко. Твоя репка. Ебаров обиделась, и здоровьем плохо стало. А, у тебя нервный стресс, я помню. Ребята, напомните мне... Я поняла. Подскажите, пожалуйста, вы зависаете. Это я зависаю, потому что там WhatsApp пишут. А с кем он там дерется-то хоть, Хабиб? А Стрелков на поляне? А вы смотрите сторис Стрелкова. Удивительные люди. Те, кто следят за всеми участниками, спрашивают у меня. Отель прекрасный, народу нет. Отлично. Только что народ весь рассосался и ушли в термальные воды, а мы оттуда сбежали. Там невозможно находиться. Я думала, я там помру. Жара такая. Парье. А парье это француз? А, партье. Ребята, объясните, что за бой хотели. Ребята, кто сегодня ушел? Рапунцель ушли с проекта. Печально. Скажите, ну он улетел? Да, представляешь? Рапы ушли. Стецвят вам. Он сначала записывал истории самолета, а потом выложил фото из Москвы. Вот поэтому и непонятно. А Феденька он такой. Феденька он интригу любит. У Феденьки не забалуешь, друзьяшечки. Как же Настя? Стецвят как там? Стецвят нормально. Сегодня мы с ней переписывались. Все окей. Спасибо. Захар и Яна вместе. Да, естественно. Месяц. Вот. Вы говорили, люди, людей нет. Вот вы накаркали, люди пришли. Людей здесь в выходные очень много. Да, этот Феденька, он авантюрист. Угу. Друзья, Иркутск, привет. Отлично выглядите. Спасибо. Кто с вами там плавает? Я не плаваю. Татьяна плавает, а я на лежаке.
Конечно, волны у нас тут прилив, все как положено. Они как без, она как без Феди. Скажите. Навряд ли. Когда у Стецевят будет парень, когда у Феди с головой все нормально будет, тогда у Стецевят будет парень. Ответьте, пожалуйста, кто ушел. Я не помню, кто ушел на той неделе. Спасибо большое. Слушай, а может быть будут показывать бой в баре? Я говорю, там сейчас будут смотреть. В баре, конечно. Думаешь? Я уверена. А что не по домам? Ну, по номерам, в смысле. Потому что мы все уехали в номерах. У вас бывает отпуск? Да? Так мы сейчас в отпуск. Федя, да, совершенно верно. Федя не может определиться, но мое мнение, он испытывает симпатию к Насте, но держит характер и какую-то обиду на нее. Не помню уже, что там у них было. У них каждый день что-то происходило. Гляньте, какие у меня локоны. Должны показывать в баре бой. Так вот и я думаю, если в баре будут показывать бой, там не сесть, не пройти. Наталья, вам нельзя отвечать на вопросы правду. Зачем тогда прямой эфир? Выходите из моего прямого эфира. Я что, кого-то насильно держу? Или вы думаете, что я до эфира буду вам говорить, кто ушел, кто пришел? Вы первый раз у меня в эфире, видно сразу. Татьяна Рапунцель плавает? Нет, Татьяна Светлова плавает. Нет, Настя на остров не отправят. По поводу 2 минут она пошутила, она, помните, эфир был на шоу ББ, и она сказала, что она пошутила. Поэтому давайте не выдумывайте вот эти вот истории. Спасибочки. Артемова еще не знаю. У всех виснет эфир. Дверь, привет. Ребят, я всегда стараюсь отвечать на вопросы, но если вопросы такого характера, что кто ушел в эту субботу, а еще неделя до эфира, как вы думаете, я отвечу или нет? Нет, естественно. Виснет? Федя с кем сейчас? Федь не с кем. Феденька, он одиночка. Я нормально отношусь к тому, что муж может поехать и отдохнуть с друзьями на природе, в баре и так далее, в клубе. Совершенно нормально я к этому отношусь. Если это чей-то муж. Все дело в том, что у меня муж-то нет. Будете смотреть бой Хабиба? Навряд ли я буду смотреть бой Хабиба, котятки. Я очень сильно в эти моменты начинаю нервничать, переживать, орать как ненормальная. Боюсь, что если я буду орать, меня выселят из отеля. Поэтому я думаю, что я Милена на поляне. Конечно, на поляне. А где? Миленочка на поляне. А где ваш мужчина? Вопрос хороший. Спасибо большое.
На сутки уехал. А, понятно. А зачем его отпустили? Надо было тоже с ним ехать. Я тоже думаю, что Федя будет с Настей, ну, 99,9. Спасибо, вы класс, спасибо. С какой целью позвали маму Марины на проект? Зачем? Разрушать отношения Марины, Ромы? Жалко ребят. Нет, все нормально там будет, не переживайте. Все под контролем. Во-первых, вчера Татьяна Владимировна, когда вела прямой эфир, вы что же все у нее в прямых эфирах? Она сказала, что я не собираюсь разрушать отношения своей дочери с Ромой. Если меня будут провоцировать и просить, чтобы я делала то-то, 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 то-то в плохую сторону у моих детей, я этого делать не буду. Вы же это слышали? Слышали. И лично я слышала. Поэтому ничего она разрушать не будет. Вы мне подняли настроение. Так я же всем поднимаю настроение, ребят. А, я обещала рассказать, где я работаю. Думаю, не судьба, потому что сейчас бой этого Хабиба, и я закончу быстренько эфир. Нет, ты не заканчивай, я пойду позагораю, ты можешь болтать. Здесь? Ты что? Сейчас я рожу. Уходим? Ну, в смысле, ты же закончила? Время 22:10, эфир был очень мало. Так, друзья мои, всем пока. Нет, здесь невозможно, нет, мне нет, дурно. Я имею в виду, там не берет интернет у меня. А Wi-Fi? Все равно не берет? А, Хабиб против прямого эфира, мама врет, вы ведь прекрасно знаете, она... Нет, она не врет. Прекращайте мне вот эти истории про Татьяну Владимировну Африканту, но она вот такая женщина. Так, ребятки, давайте-ка я выйду из эфира. Мне очень было приятно, что вы зашли. Простите, пожалуйста, что так я быстро заканчиваю. Все дело в том, что я выйду в прямой эфир уже дома. Я вас всех люблю, обнимаю, целую. Всем хороших выходных. И, кстати, кто у меня в прямом эфире живет в Москве, с днем города нас, друзья мои. Праздником, покасики. Скажите, те, кто уходит... Здрасте.